Moscow Diaries celebra il 40° episodio cercando di rispondere a una domanda fondamentale, storica e istituzionale che qualunque italiano che vive in Russia presto o tardi si è sentito fare, e cioè: se le russe sono tra le donne più belle del mondo, a seconda dei gusti ovviamente, non vogliamo creare discriminazione geografica, come facciamo a conquistarne una? E cercheremo di rispondere a questa domanda con un professionista del settore che è Lorenzo. Professionista di che cosa? Di gnocca? No, ancora no, dai. Lorenzo, caro amico, italiano che vive in Russia, in due abbiamo 5 figli, ma ce li ha tutti lui. Bella questa. Se vuoi te li affitto qualcuno. Siamo entrambi sposati con una donna russa, siamo entrambi felicemente monogami e quindi non siamo noi in realtà le persone più adatte a rispondere. Beh, parla per te, io sono sposato fino alle 9 di sera. Che poi lo vede anche tua moglie, che a differenza della mia parla italiano, la tua, quindi chiederemo tutto questo a chi lo chiediamo? A qualche bella ragazza che passa dal di qua, direi, no? Saranno proprio loro a dirvi che cosa dovete fare per conquistarle, per cui non perdiamo tempo, vai giù! Siamo qua con Cristina e Filippa, no, tanto cosa avuto Filippa? Malika! Iniziamo molto male. Cristina. E Cristina, Susanna e Antonella, quindi. No. Ciao, Olia. Ciao. Come stai? Bene. Così, bene, bene, bene. Che gli chiediamo a ste russe? Beh, innanzitutto chiedere se ci piace la roba nostrana o qualcosa di un po' più milanese, no? Chiederemo innanzitutto che caratteristiche deve avere l'uomo ideale. Ok, giusto così per stare sul generico. Мужественность. Это первое. Мужественность. Это что? Мужественность. Сила, умение взять на себя ответственность. Ok. Маскулинита. Все, prendersi la responsabilità. Мужественность. Надежность. Согласна? Конечно. Напористость. Просто вот подошел и взял. Целеустремленность, ответственность. Хочется чувствовать себя рядом с ним, как за каменной спиной, и всегда понимать, что с ним ты не пропадешь. Да, ты можешь, я как женщина, я могу сама себя обеспечивать, но как женщине очень приятно, когда рядом с тобой мужчина, который, если он сказал что-то, он это сделает, например. Мужчина должен помогать в быту. Красивым быть должен. Веселый и красивый. А оба, да? Сначала красивый, потом веселый. Согласна? Конечно. Он должен быть сильный, крепкий. Вот. В первую очередь заботиться о своей девушке, проявлять какие-то внимание, комплименты, быть вежливым с ней. Должен быть очень обходительным, добрым, делать поступки от широкого сердца. Только поступки, 100% поступки. Да? Могу ничего не делать, а можно взять, просто помочь один раз это сделать. И все. Все что угодно. И вообще больше ничего не надо говорить. Отлично. Capito, Renzo? Да. Fatti, non pugnetti. Хорошо, надо делать, да, fatti. Dopodiché direi cosa deve essere una mossa che può fare l'uomo per conquistarla, no? Primo appuntamento, quali sono le mosse chiave per il primo appuntamento? Мне кажется, на первую встречу нельзя, чтобы мужчина пришел с пустыми руками. То есть это не важно, шоколадки, цветы, может какое-то что-то очень милое. Цветы. Цветы — это очень важно на первом свидании. Он не должен сразу нас одаривать подарками при первой встрече, потому что подарки это уже потом. Просто должен расположить сам, открыться, показать, кто он вообще есть. Да, ни подарки, ни цветы вообще нет, это вообще все ни о чем, я бы сказала. Но я, лично я люблю, когда очень красиво ухаживают. Я понимаю, что это не самый главный фактор именно для построения отношений, но вначале, так как больше романтика, свидания, то и хочется тоже вот, ну, красивых ухаживаний. Он должен быть деликатным. Он должен делать так. Должен обнимать? Ну, например. Обязательно. Да, tanta roba, io non saprei rispondere. La domanda è difficile di per sé, se ci pensi. Вот для меня важны 100% разговоры. То есть первое свидание — это не кино, не какие-то там даже не музеи, не выставки. Точно нельзя идти в кино.
нужно провести время так, чтобы вы разговаривали, узнали друг друга и поняли, вам вообще стоит дальше как бы общаться или нет. Конечно же, да, естественно, рассказать о себе, интересы, увлечения, какие-то цели в жизни, возможно, да, чтобы понять, есть что-то общее. И сразу можно узнать, что у него вообще внутри. И кто он такой, это скажет намного больше, чем поход куда-то в театр или... Да, конечно. Да. Все зависит от времени года. Если условно это лето, то, конечно, можно встретиться в парке, в кафе. А если это зимнее время, я думаю, что мужчина должен немножко позаботиться о том, чтобы не гулять на улице в холоде, а пойти в какое-то место. Видишь, мы снимаем интервью на улице. На улице. Okay. Значит, мы плохие ничего не поняли. Okay. Probabilmente può essere interessante le tempistiche, no? Con quanta fretta hanno questi qui di parlare di roba seria. Sì, vero, dopo quanto si può parlare di matrimonio, figli, quelle cose serie, no? Insomma, perché noi italiani ci incischiamo un po', no? Ci mettiamo quei 5-6 anni più o meno. Так, естественно, не первая встреча. То это все идет постепенно, так сказать. То есть люди смотрят, какое у них идет общение изначально, да? Да, время должно пройти, но не обязательно это должен быть большой период. У каждого это свой период. Несколько встреч должно пройти, на самом деле, там 3, 4, 5, вот так. Это сразу может на начальных этапах отношений поставить рамки. То есть мужчина может не хотеть детей, а женщина может хотеть. Тогда им не нужно тратить время друг на друга. Ну, можно, ну как, может быть, не с первой встречи, со второй, я не знаю, с третьей, с пятой. Сразу получается. Сразу, да. Сразу, capito? Сразу. Сразу, понятно. Нету каких-то жестких сроков. С каждым человеком по-разному общение развивается. С кем-то, может быть, уже будет комфортно обсудить просто, ну, вот. С кем-то, может, через несколько встреч. Ну, то есть нет такого, что так, я обязательно должна его это, то спросить. Да, то есть, ну, полгода, год уже нормально. Okay. Ну, для меня, наверное, полгода, год. Полгода, год, в принципе, уже. Полгода, да. Да. Нормально. Хотя, да, конечно. Полгода, это уже поздно. Svegliatevi, sei mesi tardi, a 10 mesi, un mese e poi già bisogna parlare di bambini qua. Porca miseria. E poi quando è che si va? I fatti, no? Qua. Potrebbe essere anche interessante sapere quanto vogliono essere, come dire, arrivare al contatto, no? Queste ragazze, oppure una cosa che invece... Sì, sapere se per loro il contatto fisico è una cosa... Sì, il contatto fisico invece è un tabù, chissà. Io lo so, però non voglio anticipare, non voglio fare lo spoiler. Прямо физический контакт. Вообще на первом месте, да. Ощущение, прикосновение. Вот первое это место. На первом месте. На первом месте даже? Да. Это супер важно. Да. Даже случайно там трогал вашу руку, да? Конечно, конечно. Если этого нету, то и ничего не будет. E farglielo sentire un po' il contatto, la presenza. Toccare, no? E poi, visto che lo sanno tutti, che i russi amano l'Italia, gli italiani, ma in amore, questa cosa è importante? Cioè, un uomo italiano ha una carta in più da giocarsi rispetto a una qualunque altra nazionalità? Ну, на первую очередь, наверное, я рассматриваю русского человека, но у меня опять же нет такого, что там только русский или только там какой-то определенной нации или еще чего-то. То есть я вообще открыта, то есть как будет, так будет. Итальянца? Я снимаю, а? Итальянца? Мне нравится в итальянских мужчинах их позитив. Мужчины, они веселые, радостные. Нет? Dunque, direi che le interviste possono bastare. Atmosfera natalizia, novigodne atmosfera fantastica davanti al teatro Bolshoi. Cosa abbiamo imparato? Tanto che è pieno di gnocca che... Okay. È imbarazzante. Ed erano anche coperte, imbacuccate. Ringraziate che questo video l'ho fatto in inverno e non in estate, se no dovevamo caricarlo su un'altra piattaforma, non su YouTube. Questa è una buona scusa. Allora, noi siamo sposati, però se dovete baccagliare fate un video come questo qua, perché sicuramente, insomma, attirate l'attenzione. In sintesi, c'è tanto interesse per l'uomo, quello con propositi seri. Quello con propositi seri. Beh, ok, ho anche ben curato. Non uno scappato di casa, non trasandato. Он должен быть ухоженным. Ухоженность, чтобы следить за собой. Tra barba e non barba, nel dubbio meglio la barba. Бородато, да, большие, прям вот. Постолько хватит. Vestito normale, non troppo elegante, perché non deve essere troppo fighetto, l'han detto, sì, sì, sì. Мужчина не обязательно, что он должен быть там какой-то супер красавец. Главное, чтобы женщине, ну, откликнулся он именно по внешности. Sfatato il mito dei regali costosi, non serve più comprare a sorpresa, il super mega buchettone di fiori, cioccolatini, quelli Anzi, da sborone. Cioè, rischi di fare anche una brutta figura, cioè che se esageri, perché sembra che
che le vuoi comprare, no? Нет, мне кажется, нет, это конечно. Уже, ну, как бы... Это прошлый век. Это подкупает девушек, и, возможно, это для других девушек будет хорошо. Мне такое бы не понравилось. Если бы я конечно, чувствовала, что меня хотят купить. Конечно, это не очень, когда да, человек сразу показывает, что он богатый, что он там. Если мужчина на первом свидании показывает, какой он богатый, это должно насторожить. То есть он хочет купить, а чувства их не купишь. Le russe di una volta magari ci facevano più attenzione anche al discorso degli stranieri. Cioè anche altra sorpresa che il fatto di essere italiano non costituisce un vantaggio a prescindere. Questo a me ha stupito tantissimo, sinceramente. Io no, ci ho abitato 10 anni qua. È calata qua la cosa, capito? È calata. C'è una scienza dietro, no? Perché? Te l'ha spiegata l'ultima. Perché prima era molto più difficile andare all'estero. Раньше было модно выходить замуж за иностранцев, особенно в 90-е годы, постсоветское время, поскольку было все закрыто, и потом иностранные мужчины казалось что-то очень ценным, экзотическим. И в принципе женщины выбирали, если у них был выбор между русским и иностранцем, они выбирали, конечно, иностранцев. Сейчас тенденция изменилась, в целом все путешествуют по миру, соцсети общаются, и вот эта мода, она пропала. Nero non è così importante, il passaporto non conta niente, passaporto non conta. Però hanno detto che l'allegria italiana può aiutare, perché magari siamo un pelo più spigliati dei russi. Ecco, sì, c'è questa cosa, che ci sono caratteristiche un po' tipiche di ciascun popolo, che ovviamente poi i russi sono tendono ad essere molto seriosi, molto seri, loro magari sono contenti di trovare qualcuno che sia un po' più allegro, quindi i mediterranei partono un po' avvantaggiati. In sostanza, passaporto non conta, ma l'italianità, sì. Quella fa sempre. Okay. Ваши мужчины более обходительные, они более вежливые, они любят женщин и любят вообще, любят любить. Наши мужчины чопорные, зажаты, в основном очень серьезные, они не любят делать какие-то поступки большие, то есть что-то яркое для женщины. Может быть, внимательные итальянцы какие-то, да, более такие они обходительные, рады, да, все время обращают внимание на женщин, русские не совсем такие. Это всегда с иголочки. Primo appuntamento non fondamentalissimo arrivare, però se non arrivate a mani vuote è meglio, ok? Un po' come sì. Cioè, magari un pensiero giusto per far capire che ci state dando importanza. No, ci cioccolatini, però è un pezzo di parmigiano, cioè, un pezzo di parmigiano. Tanto lo metti lì, tac. Posso dire una cosa però che mi ha veramente stupito, ste. Secondo me che dicano che dopo 6 mesi bisogna parlare di matrimonio. Ecco questa cosa, perché sì, Per te è poco? È pochissimo, cioè, è tantissimo. Vabbè, io mi sono sposato subito, magari la mia è una storia particolare. Ma anch'io, e anche tanti italiani che conosco qua, veramente, sta cosa mi ha stupito, pensavo. Ma secondo me, perché se aveva una telecamera davanti hanno un po' smorzato certe cose. Tu mi porti cose, fuori a mangiare e tu mi sposi, sì. Io pensavo dicessero al terzo appuntamento qua. Allora, hanno detto 6 mesi, però il concetto di fondo è questo, ragazzi. Se uscite con una russa, la frequentate per 2 o 3 mesi e vedete che le cose vanno bene, sappiate che questa si aspetterà, bene o male, che parliate presto di matrimonio, figli e cose serie. Hanno detto, no beh, dipende, sai, dalla relazione, certo, perché c'era la telecamera davanti, perché non sapeva che... Ma la realtà è che funziona così, cioè qua si va subito al sodo. Сейчас тенденция в России в среднем именно Москва, Питер, я не говорю про провинциальные города, там также все осталось, но в целом могу объяснить, вот это все-таки давит общество на большую часть населения, женского населения, но к парням более проще. Infine, ovviamente, un evergreen è la sincerità, cioè l'uomo deve essere sincero, deve essere responsabile, deve sapersi prendere le sue responsabilità e mantenere la parola data. Держать свое слово – это очень важно, потому что в наше время уже мужское слово бывает ничего не значит. Quindi se dite una cosa e poi non la fate, con le russe cascate molto molto male. Questo è proprio, era ubiquitario come commento. Ma alla fine il consiglio principale in amore è sempre quello del genio della lampada trasformato in ape durante Aladdin, cioè zide stesso. Siate voi stessi, siate come siete, naturali, senza finzioni, senza artifici, e troverete la donna della vostra vita. Русской женщине так много не нужно на самом деле. Сейчас очень простые вещи заставляют тебя сказать вау, потому что в наше время
люди забыли о том вот, внимании, о заботе, каких-то приятных мелочах. Naturalmente, se qualcuno di voi ha avuto delle esperienze diverse o vuole suggerire qualcos'altro, lo scriva nei commenti. Anche perché queste qua ci stanno leggendo. Quindi uomini e donne, tutte e due scrivete, che vogliamo poi feedback di questo tipo. Detto ciò, un po' di gnocca abbiamo intervistata, un po' qualche perla di saggezza, insomma utile per conquistare le russe. Ve l'abbiamo raccolta, abbiamo raccontata. Flore, battuta. Una giornata come un'altra, a Mosca. Tac.